Участники проекта «Танцующий город» готовятся к выступлению. 10 команд, представители трудовых коллективов продемонстрируют свое мастерство на сцене Дома культуры «Украина». На репетициях побывала Оксана Шосток. Конкурс проходит в 4 этапа. Прием заявок и жеребьевка уже позади. Сейчас в полном разгаре репетиционный процесс. Светлана Машновская – наставник команды «Газпромнефть Муравленко». У них современная хореография. Команда подобралась сильная, но сложности есть. Сложности подготовки, наверное, может быть, в их второй работе. То, что кто-то работает посменно, кто-то работает в ночь, кто-то на двое суток уходит. Ну, наверное, вот в этом есть. А так, в основном, все приходят, все занимаются. В хореографическом батле люди не случайные. Только те, которые влюблены в искусство терпсихоры. Юлия Полонская танцует в команде Ирины Шулешко. По профессии нефтяник, в душе спортсменка, в хореографии новичок. Я сама вызвалась. Мне просто захотелось, мне это интересно, попробовать себя вот именно в этом стиле. Допустим, я сама как бы занимаюсь волейболом, но в танцах я еще себя не пробовала. Сборная команда управления образования к конкурсу готовится основательно. Евгения Бакушина, хореограф требовательный, поблажек не терпит. Заставляет оттачивать каждое движение и эмоцию. В народном направлении раскрытие сюжета – главная задача. И команда готова ее достичь. Надо отдать ей должное и ее терпению по отношению к нам, потому что навыки у нас довольно-таки минимальные, но мы будем стараться, чтобы не подвести нашу Евгению Владимировну, и мы будем, правда, очень стараться. На подготовку отведен месяц, полпути уже пройдено. Но все самое интересное впереди. Руководитель проекта Павел Шулешко уверен, все получится. И танцевальное шоу пройдет на должном уровне. В целом, тот заряд, который есть у участников, он меня вдохновляет на то, что результат будет для жителей города прекрасным, красивым и достойным. Продемонстрировать то, чему научились танцоры-любители, смогут 25 декабря. Итоги подведут на торжественном мероприятии «Город в сердце каждого». Оксана Шосток, Владислав Дроботов, Анатолий Шуликов. Новости Муравленко.